продолжение рода, эстетика беременности, материнство. Все это отобразила в своих работах одинцовский фотограф Юлия Устинова. Часть из них подарили женской консультации Одинцовской областной больницы. Это очень здорово быть беременной, ждать малыша. Это очень здорово продолжать свой род. Но это вообще то, что дано нам природой. Это чудо природы, которое женщины ожидают, приходя к нам. Мы им помогаем. И, конечно, эти картины очень нужны. Это стало уже доброй традицией. Это уже не первый раз. Свой творческий путь Юлия начала около 10 лет назад, когда родилась ее первая дочь. Моя задача – дарить людям эмоции и показать в своих работах, что материнство прекрасно, говорит фотограф. Идея стать детским фотографом, она родилась после, во время первого декрета, когда я не смогла вернуться в офис на свою основную работу. Вот, с тех пор я снимаю детей. А дальше я стала развиваться в церковной фотографии, в подводной детской фотографии. И сейчас я снимаю, в принципе, все, что связано с детьми, праздники, крещения. Самая необычная серия фоторабот мастера создана при помощи подводной съемки. По мнению руководителя Центра поддержки материнства, они мотивируют женщин на создание семьи. В обществе сложилось убедительное мнение в том, что женщина – это начало семьи, это начало рода, это продолжение рода. И традиционные семейные ценности – это самое важное, самый оплот нашей страны, нашей Родины, я не побоюсь этого слова, потому что традиционная семья – это все-таки самое необходимое в наше время. Еще несколько прекрасных фотографий получила в подарок детская поликлиника. Ну а Юлия ищет новые источники вдохновения, чтобы радовать и мотивировать женщин. Екатерина Крамер, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».